звать собі пишу, чита мелькається читою. К минуте мщення приближаясь, Онегин втайне усмехаясь, подходит к Ольге. Быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает, заводит речь о том, о сём. Спустя минуты две потом вновь с нею вальсом продолжает. Все в изумлении. Ленский сам не верит собственным глазам. Пьянов, братец мой задорный, герою нашему подвел Татьяну с Ольгой. Проворно Онегин с Ольгой пошел. Ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь ей, шепчет нежно какой-то пошлый мадригал. И руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул, сам не свой. В негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Но ей нельзя, нельзя, но что же? Да Ольга слова уж дала о ней. О, Боже, Боже, что слышит он? Она могла, возможно, чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок. Уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленский снесть удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего, вдруг разрешат судьбу его.